Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики Центральной городской библиотеки имени Белинского. Меня зовут Ольга Иосифовна Пушкевич. Я являюсь членом Союза писателей России, кандидат филологических наук, доцент Якутского института водного транспорта. Наш институт является филиалом Сибирского государственного университета водного транспорта. Также мне присвоено название «Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия». Сегодня я поделюсь с вами своими мыслями о детской литературе, о книгах, которые были мной написаны, о том, что прочитано в последнее время. И свой рассказ я поставлю по тем вопросам, которые чаще всего задают нам, писателям, на встречах и не лично. Обычно спрашивают, когда у вас появилось желание стать писателем. Такое желание появилось у меня, видимо, уже когда я заканчивала школу. А желание что-то написать, опубликовать просто в газете, в журнале, это появилось еще в начальных классах. Сейчас очень много людей, которые пытаются писать, публиковаться. Чем отличается профессия писателя от других профессий? Вообще, если брать перечень профессий в нашей стране, то такой профессии писателя нет. Поэтому это не моя основная работа. Моя основная работа – это работа доцента Якутского института водного транспорта. А творчеством литературным мы занимаемся, и многие мои коллеги также занимаются свободное от нашей основной работы время. Плюс какое творчество? Плюс в том, что человек может себя выразить, рассказать о своих чувствах, рассказать о своих мыслях, поделиться этими мыслями широкой аудитории. И когда ты выходишь на такую аудиторию, на читателей, конечно, у тебя появляются друзья, появляются единомышленники. Да, и еще особенность писательского труда, как труда и ученого, и других творческих профессий, в том, что нас не отправляют на пенсию. Писательский труд – это судьба. Ты занимаешься уже всю жизнь. Но есть и трудности писательской профессии, вернее, у писателя, да, потому что про профессию творчества. Трудность в том, что задаешься вопросом, ну, некоторых коллег моих волнует вопрос, где они публикуют написанное произведение. У меня возникает первый вопрос, кто будет читать. Потому что читательская аудитория – это сейчас большой вопрос. Потом уже где-то опубликуешься. И, конечно, писатель – это может, на первый взгляд, показаться, что это тот, кто хорошо может излагать свои мысли на бумаге. Но помимо того, что ты излагаешь свои мысли на бумаге, ты еще должен обладать другими качествами, такими как терпение, трудолюбие. Ты должен уметь воспринимать критику, советы, которые, или если ты не согласен с чем-то, то убедительно, как-то аргументированно ответить на это. Потому что если человек очень болезненно воспринимает то, что ему говорится, то, конечно, он может сразу и забросить это ремесло. Не всегда сразу все получается в писательском творчестве. Кроме того, об этом тоже иной раз забывают, писатель – это еще очень большая ответственность. Ответственность, потому что наше слово, как оно отзовется в душах людей. Совсем недавно я перечитала повесть нашей замечательной якутской писательницы Валентины Гаврилевой «Страна Олджого Стана». И посмотрела на сюжет этой повести немного теперь уже другими глазами, как со стороны опыта, с высоты своего опыта творческого. И что очень интересно в этой повести. Главный герой Нюкас, 12-летний мальчик. Его мама в результате стресса потеряла рассудок. Мама у него красивая, добрая, но она стала сумасшедшей.
над ней подсмеиваются, его, соответственно, тоже называют сыном сумасшедшим. И происходит удивительная встреча этого мальчика с Аланхасутом, который рассказывает Аланхо о богатыре Уолджуластане, спасшем свою маму. Уолджуластан спасает маму от злых сил Нижнего мира. И слова Аланхасута западают в душу мальчика. Он спрашивает этого человека, а как мне спасти свою маму? Какие условия для этого нужны? И тот отвечает, твоей маме должен встретиться человек, который ее полюбит. И когда он ее полюбит, тогда она вернется, станет прежней, потому что любовь способна творить чудеса. И вот под влиянием этого рассказа мальчик берет свою маму, избегает с ней, это действие происходит еще до революции, от князя, хозяина, одноглазого. Они бегут, и это в летний период, попадают они к самым разным людям, встречаются на их пути и доброта, и зло. И в конце концов они попадают в юрту Аланхасута. И когда этот человек видит их на пороге своей юрты, он относится к ним гостеприимно, он расспрашивает мальчика о том, что было. И мальчик с горечью сообщает, что не нашел он человека, который полюбит его маму. И Аланхасут сразу же про себя думает, да? кто их на этот путь отправил, кто их подтолкнул к такому странствию, он. И поэтому он должен отвечать за те свои слова, может быть, неосторожные. Поэтому он берет на себя ответственность за их судьбу. Он защищает их, когда их пытаются слуги князя забрать от него, и понимает, обещает, что он поможет им. И говорит мальчику, что не надо больше искать Уолджуластан, потому что ты и есть этот Уолджуластан, потому что ты любишь свою маму, и благодаря этой любви мама уже постепенно возвращается к ней рассудок, и вот воспитана, и постепенно станет прежней, и он отвезет их в город, и все будет хорошо. К сожалению, не раз встречаются такие книги сейчас, которые издаются не в издательствах профессиональных, да, а издаются самиздатом. Человек имеет деньги, соответственно, он может издать так, как ему нравится, найти себе художников, найти издательство. Но я видела книги, детские книги, которые изданы были не в издательствах, ведь в детских издательствах работают специалисты, которые знают детскую психологию, как воспринимает ребенок ту или иную сюжет, ту или иную иллюстрацию. И это же очень важно, чтобы ребенку эта книга приносила действительно и радость, а не страх какой-то, не ужас в него вселял, потому что определенный возраст должен быть еще для этой книги. И видела такие книги, изданные в рекламных агентствах. Автор заказывает иллюстрации, какие он хочет видеть. Ему это нравится, его это устраивает. Он хочет произвести эффект, потому что эффект такой, возьмет книгу человек, ой, какие рисунки и так далее. А на самом деле, да нельзя ребенку такого возраста такие рисунки показывать. Вот, к сожалению, такой ответственности некоторые на себя авторы не берут. И в этом я вижу такой минус. И, конечно, это творчество, это всегда поиск. Это всегда поиск, потому что ни одну страницу порой спишешь, вот сядешь, но вроде так легко-легко. Всегда я пишу всегда ручкой пока. Я сразу текст набирать не могу на компьютере. Я пишу ручкой, потом, значит, это идет уже, набирается на компьютере, а потом начинаешь исправлять. Потом своим близким, есть у меня люди, которым я показываю, с чем-то соглашаюсь и прочее. Где-то интересно какие-то слушаю их мысли, советы. Почему еще? Обычно я даю читать кому-то из мужчин, потому что иногда женский взгляд и мужской, они отличаются. И тоже так стараешься, как-то это тоже учитываю. И потом уже набираю тексты. Конечно, надо, приходится порой очень много работать редактором. Хотя иногда бывает так, что очень легко пишется. Садишься и
прямо как будто бы сверху тебя кто-то диктует, и ты пишешь. Вот у меня есть в этой книге, так, книги, одна из книг, это есть «Повесть ноги», и вот в этой книге «Повесть ноги», она, такое ощущение было, что я ее просто потом не диктовала, и очень быстро и легко написала. У нас буквально на днях будет проходить совещание молодых писателей Якутии. Это проходит совещание традиционно в этом году. Оно должно было пройти в марте месяце. Но в связи с коронавирусом перенесли мы его сейчас на октябрь. И оно пройдет в режиме онлайн. Часто много рукописей бывает. И мы рассматриваем рукописи именно в русском языке, на якутском языке работают на секции. И задается вопрос, как, с чего начинается вообще новичку, да, если ты собрался писать. И здесь надо сказать, что писатель начинается с читателя. Хотя сталкиваешься с такими вещами, когда спрашиваешь, а вот этого читали, того читали, и такое впечатление создается, что человек читает только самого себя, больше никого. Есть такой замечательный писатель Рэй Брэдбери, фантаст. Он вырос в семье с ограниченными материальными возможностями. И когда его сверстники поступили в университеты, у него не было такой возможности. Но он сказал, я окончил университет. Он прочитал всех, он в том городе, благо была библиотека, он фактически все книги в этой библиотеке прочитал. Настолько, столько нужно было перечитать, всего перелопать. И позже, помните, у него есть произведение о том, как сжигают книги. И он говорил, что есть преступление более страшное, чем сжигать книги. Это книги не читать. Потому что книга, хорошая книга, которая встречается на пути, она порой нам может дать действительно на ответы, на какие-то наши вопросы, открыть для нас какой-то новый мир, какие-то проблемы помочь нам решить. И еще кто-то сказал, что непрочитанные книги могут отомстить. Тоже вот такое интересное мнение. Поэтому в первую очередь нужно, конечно, читать. Когда мы что-то написали, надо узнать мнение о том, что мы написали. И желательно это не обращаться ни к одному человеку. Потому что все-таки мы судим все субъективно. Одному нравится фантастика, другому нравится что-то, какая-то реальная история. Третьему нравятся, может, исторические романы. И стиль тоже разные изложения. Кого-то устраивает описание больше, кому-то нравится живой диалог. Поэтому лучше показать нескольким людям, писателям, чтобы узнать их мнение. И точно так же отправлять, если то, в разные журналы, в разные издания. Но что касается детских изданий у нас, если это журналы, у нас есть «Чебуранчик», «Колокольчик», есть газета «Юность Севера», которая, кстати, наше детское издательство «Кислев» тоже проводит и конкурсы для детей, и журнал «Колокольчик», «Чебуранчик» тоже проводит очень интересные конкурсы для детей. И стараться быть в курсе вот каких-то событий и участвовать. Не надо этого бояться, потому что постепенно, от одного этапа к другому, наше мастерство, оно становится выше, усовершенствуется. Поэтому советую поступить таким образом. В свое время мною были отправлены стихи в газету «Молодежь Якутии». И ответ мне дала Людмила Николаевна Левина, известная у нас в республике журналистка, написала, что мне нужно больше читать стихов. Я ее слова поняла буквально, пошла в библиотеку и просто просматривала каталог. И когда я наталкивалась на автора, было написано стихи, я брала этот сборник и читала. Иногда спрашивают, какие ваши любимые стихи? Или любимый поэт. Поэт может быть любимый, но может быть и у разных поэтов какие-то
любимые стихи. Среди здесь книг, которые здесь на выставке, есть несколько книг для детей. Самая из это книга, это книга «Талисман». Она вышла за прошлом году, осенью 2018 года. Написана она была под влиянием вот этой статуэтки, которая изображена на обложке, подаренной мне статуэтки в виде кошки. Долгое время она стояла у нее, и я смотрела на нее порой. И у меня было желание придумать историю этой кошки. Ну, появилась не кошка, появился рассказ про кота талисмана, которого хозяйка кратко называет Талис. Кот Талис попадает в трудную ситуацию и превращается в статуэтку в результате действия злого человека и обращается за помощью к мальчику Вове. Хочет решить самостоятельно, это подросток, шестиклассник, хочет самостоятельно решить этот вопрос и обдумывает, как оживить кота. Ну, что происходит с ним дальше, в какие ситуации он попадает, сможет ли он помочь коту Талисе, об этом вы можете прочитать в рассказе «Талисман». Здесь обложка похожая, но дело в том, что рассказ «Талисман», он в двух вариантах. Вот о чем и говорится, что детская литература и взрослая отличаются. Здесь это детский вариант адаптированный, а здесь взрослый вариант. Взрослый вариант. С этим рассказом я участвовала в фестивале «Лифт 2018». И позже организаторы этих фестивалей вышли на меня. Они решили, на сам фестиваль попасть не смогла, но мне рассказали, что этот рассказ был очень хорошо отмечен критиком этого фестиваля. И потом на меня вышли из Москвы издатели и попросили согласие рассказ включить в сборник фантастических рассказов. В Москве он был издан, и в прошлом году, в ноябре, прошла его презентация. Так, этого сборника. Еще повесть для подростков, которая называется «На этой стороне улицы». Эта повесть вошла в эту книгу. Эта книга вышла в марте этого года, «Предрассудок». «На этой стороне улицы» книга. Значит, эта повесть, действие ее происходит в середине 70-х годов в городе Якутске. У нас в это время началось в городе Якутске строительство крупнопанельных домов. Самые первые крупнопанельные это 3 дома стоят на улице Петра Алексеева. Это рядом с магазином «Поярков», недалеко от техникума связи. А строительство началось нечетной стороне, где сейчас техникум связи, она оставался частный сектор. А на противоположной стороне улицы стояли уже полностью застройка шла панельными домами, была возведена новая 23-я школа, и две девочки, двоюродные сестренки, идут в эту новую школу. Там они встречаются, в другой коллектив попадают, новые здания, новые учителя, требования. И как они будут адаптироваться, потому что одноклассники их в основном оказались на той стороне улицы. Они живут здесь, в старом двухэтажном, штрехэтажке деревянной, где еще рядом колонка с водой, нет никаких удобств. Да? И что им помогает? Как они себя поведут в этих ситуациях и прочее. Вот об этом и повесть «На этой стороне улицы».
Также там поднимаются вопросы вечные. Это взаимоотношения с родителями. Взаимоотношения с родителями, взаимоотношения с братьями и сестрами тоже очень, очень важны. И, конечно, это тема первой любви. Какая это любовь бывает, да, разная. Потому что иногда у человека какой-то горький опыт, считает, что несчастная любовь. Хотя поэт писал, что не бывает любви несчастной, может быть она горькой, трудной, безответной, безрассудной, может быть смертельно опасной, но несчастная любовь не бывает, даже если она убивает. Тот, кто этого не усвоит, и счастливой любви не стоит. Бывает, что когда безответная любовь человек воспринимает и считает, что он любит другого человека, если этому человеку он начинает досаждать, делать ему плохо за то, что он ему не нравится, за то, что он не отвечает ему взаимностью. На самом деле это, конечно, это не любовь, это желание стать собственником, что ли, своего рода, обязательно добиться своего. А любовь, она, конечно, она состоит в том, чтобы помогать другому человеку, делать его лучше, добрее, где-то пожалеть его, помочь ему. Это и есть истинная любовь. Об этом рассказ, повесть «На этой стороне улицы». Одним из моих первых рассказов для детей это был рассказ, который называется «Кто придумал сказку про волшебницу». Он был опубликован в газете «Юность Севера» и вошел в мою вторую книгу «Превратности судьбы». Кто придумал сказку про волшебницу, помню эту сказку с давних пор. Пусть она живет во мне, чудесница, в северном сиянии, снежный пор. Снова я брожу по шумным улицам с томиком есенинских стихов. Снова целыми лесами любуются окнами заснеженных домов. Эту песню в рассказе «Кто придумал сказку про волшебницу» поет девочка, восьмиклассница. Она учится в школе, и ее одноклассник играет на гитаре. А она посещает детский дворец пионеров и учится играть на баяне. И вот и у нее есть желание научиться играть на гитаре. Ну, в такой счастливый момент к ним в гости приезжают родственники. И муж ее тети умеет играть на гитаре, может, конечно, не так профессионально, но у них дома тоже есть гитара, расстроенная, правда. И вот этот молодой человек, он настраивает гитару, помогает ей. Хотя это непросто, потому что кто из вас, если учился играть на гитаре, пальцы начинают болеть, струны натянутые и прочее. Но в то время очень много и мечтали научиться играть на гитаре. Сейчас есть те, которые пытаются, стараются. Кто-то все-таки до конца идет и учится. И эта девочка, в это летом все происходит, она научилась играть все так более-менее. И осенью, когда в школе организуется, она видит, что вокально-инструментальный ансамбль, она приходит на прослушивание. И руководитель берет ее на бас-гитару. А что такое бас-гитара? Это вообще, это очень круто считается. И вдруг девчонку берут на бас-гитару. Тогда участники ансамбля заявляют ее, когда она одна, они ей предлагают, что она должна отказаться от этого и так далее. И если мы кто-то будет играть, мы все уйдем, типа, да? И она под предлогом того, что якобы она занята очень, отказывается, перестает ходить в ансамбль. Ну, в один прекрасный... Да, а как же ребята объясняют, почему не посещает ансамбль девочка? Они объясняют тем, что она вообще даже в другую школу перешла. Ну, происходит встреча руководителя ансамбля с этой девочкой, и он ее просит пройти с ним опять в тот класс, где они занимаются. Подает ей партитуру, та разбирает и
на гитаре все очень хорошо у него получается. И когда появляются участники ансамбля, он, по-видимому, догадывается, что произошел такой конфликт, и объявляет им, что он, что она будет играть, эта девочка, именно на гитаре, на бас-гитаре, и даже если эти все соберутся и уйдут. И продолжается репетиция. Так, этот рассказ был опубликован в газете «Юный Север», один из моих первых рассказов для детей. Но последний рассказ, опубликованный в журнале «Колокольчик» в майском номере, называется «Неисправленная ошибка». Это такой цикл, будет цикл рассказов «Двойняшки». Один рассказ «Неисправленная ошибка», значит, а так сейчас рассказ еще выйдет, называется «Кукла Нина», про любимую куклу, которая была у меня в детстве. Такие книги. Сама я тоже очень много читаю, и читаю я и по тому, что для работы мне нужно читать. Это в основном научная литература, популярная научная литература. Также просматриваю толстые журналы, журналы, которые выходят в других регионах, очень интересные журналы. Например, журнал «Берега», который выходит в Калининграде, журнал «Север» в Петрозаводске, также журнал «Новый енисейский литератор», это Красноярск, с которым я сотрудничаю в последнее время очень плодотворно. И мы там, в этом альманахе, уже издали нескольких наших писателей: Ивана Иннокентьева, Ольгу Янсен, опубликованы их рассказы, Владислава Долонова и других. Постоянно являюсь подписчиком журнала «Полярная звезда». Это журнал на русском языке. Он выходит уже не один десяток лет. Тоже очень интересный журнал, который советую вам читать. Одна из последних прочитанных мной книг – это книга Дмитрия Сергеевича Лихачева «Мысли о жизни и воспоминания». Но имя академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, одного из крупнейших ученых-гуманитариев, оно давно стало символом научного и духовного просвещения, кроме того, интеллигентности, мудрости и порядочности. И Дмитрий Сергеевич очень много написал размышлений, именно размышлений о своей жизни. Это своего рода как наставление молодым людям различным. И также вот в воспоминаниях у него есть его события из его жизни, начиная с самого детского возраста. Это, конечно, страшная блокада, ленинградская блокада, период блокады. Это те эпизоды, он рассказывает здесь, те эпизоды в своей жизни, когда ему приходилось отстаивать свои жизненные принципы, научные принципы, когда нужно было находить общий язык с людьми, когда нужно было уметь кого-то простить, понять. И он не просто повествует об этом, но он размышляет еще и дает нам возможность подумать об этом вместе с ним. Очень интересная книга. Я желаю вам прочитать эту книгу. Как сказала о книге Дмитрия Лихачева известный писатель Даниил Гранин, стиль – это человек, стиль Лихачева похож на него самого. Он пишет легко, изящно, доступно. В его книгах счастливая гармония внешнего и внутреннего. И в облике его то же самое. Он не похож на богатыря, но почему-то напрашивается именно это определение. Богатырь духа – прекрасный пример человека, который сумел осуществить себя. Жизнь его расположилась по всей длине нашего 20 века. Из тех книг, которые здесь представлены,
Должна сказать, что это моя вторая книга. Эта книга была третья книга, она вышла уже после моего приема в Союз писателей. Затем была книга «Соблазн». И в 2016 году вышла книга «Крем для рук». Название книги дала повесть «Крем для рук», которая посвящена памяти моей мамы Надежды Дмитриевны Пашкевич. История, которая легла в основу книги, это реальная история, случившаяся с моими родителями. Они жили в районе Белого озера, и однажды поздно вечером, уже перед сном, как рассказывала мама, что-то ее подтолкнуло встать и посмотреть в окно. Она увидела, что возле ворот лежит мужчина, и он пытается встать, но у него ничего не получается. И мама разбудила, значит, отца. Были они уже далеко не молодыми, было уже по 75 лет. И несмотря на это, они пошли поздно ночью, так, значит, за ворота, подняли этого молодого человека, извели к себе в дом. Так это начало этой истории. Ну а там уже дальше идет рассказ о самой героине, о том, что с ней происходит и так далее. Да, еще здесь есть рассказ, который называется «Левозмины». У нас бывают какие-то фобии. Кто-то боится публичного выступления, кто-то боится даже бабочек или стрекоз, кто-то лягушек. Ну, есть люди, которые боятся змей. Хотя, может быть, никогда живых даже их и не видели, а только на картинках. Ну, эта фобия у них есть. И рассказ «Дела змеиные» про главную героиню Антонину, которая боится змей. Как она, откуда этот страх у нее появился, как она пытается бороться с ним, как он мешает ей, этот страх, и чем же все это все-таки заканчивается, в конце концов, об этом можно прочитать в рассказе «Дела змеиные». Книга, которая у меня вышла в марте, название этой книги дал рассказ «Предрассудок». Этот рассказ я написала для конкурса, который был объявлен администрацией Ленинского бассейна. Они объявили конкурс на лучшие рассказы, истории о людях, о судьбах, которые связаны с такой интересной специальностью, как гидротехник, техники водного пути, гидротехники. И я вспомнила о случае, который мне так как-то запал в душу. Это был у нас курсант, который поступил на техническое отделение, но его отец мечтал, чтобы сын стал судоводителем. А судоводителя мальчик по здоровью не проходил по зрению. И поэтому поступил на гидротехническое отделение. И как этот молодой человек отстаивал свое желание стать гидротехником, смог он это сделать или нет, тоже можно прочитать в этом рассказе. Рассказ небольшой, и поэтому и на обложке есть курсант, и паруса как символ романтики. Кстати, над Институтом водного транспорта тоже алые паруса, и это единственное здание, наверное, в России, по крайней мере, учебное заведение, над которым находятся алые паруса. Также сюда вошел рассказ, который называется «Лжепремия». Интересная судьба этого рассказа. Дело в том, что на конкурс, на который я представила рассказ «Предрассудок», в этом конкурсе могли участвовать только работники непосредственно самой администрации Ленинского бассейна. А я была, не имела к этой организации никакого отношения, кроме того, что участвую в подготовке кадров для нее. И можно было бы, конечно, как бы поступить. То есть я представила, вообразила, что, например,
я свой рассказ отдаю туда, и кто-то под своим именем печатает мой рассказ. И можно получить таким образом премию. Да? Вот просто представила, что человек так поступит, что бы из этого вышло. Конечно, так я не поступила сама, я сходила непосредственно, побеседовала с председателем жюри, и мне было разрешено участвовать вне конкурса. То есть я не получила награды, но получила сертификат участника, диплом, и мой рассказ вошел в книгу. Это тоже очень важно. Оказаться опубликованной среди единомышленников, среди своих учеников, бывших и настоящих. Потому что у нас и заочное отделение есть, и на нем тоже учатся наши работники Ленинского бассейна, администрации Ленинского бассейна. И рассказ же премии о том, что человек пошел на такое, это прямо скажем, преступление, правильно? На такой обман. Он отдал свой рассказ, премию он получил, но удовлетворения-то нет. Нет удовлетворения, потому что все это неправда получилось. И вот этот рассказ, который этот человек отдал на конкурс, он этим рассказом хотел дать свою книгу новую. Этот рассказ, в результате была продумана обложка этой книги, все уже это было. А теперь без этого рассказа книга какая-то куцая получается. И какие-то моменты жизни, они время от времени опять напоминают тому человеку о том, что он обманул, в первую очередь обманул самого себя. Также здесь есть рассказ «Молодка-молоденькая». Главной героиней которой является одна потомка государева Демщиков. Вы знаете, что у нас есть объединение такое, да, потомки государева Демщиков, община своего рода. Они очень много делают для того, чтобы сохранить имщицкую культуру. И главная героиня вспоминает как раз свою молодость. И это название, которое дало рассказ «Молодка-молоденькая», это из песни имщиков. Ну вот, пожалуй, все, чем я хотела поделиться с вами. Конечно, не знаю, как кому-то, но мне очень не хватало во время карантина посещения библиотеки, возможности побывать в библиотеке. Поэтому я желаю библиотеке, Центральной библиотеке городской имени Белинского, поскорее распахнуть свои двери, чтобы пришли читатели. А также, конечно, новых поступлений новых книг, интересных изданий. И читатели, чтобы пусть эти книги будут востребованы. Знаю, что в библиотеке проводится много также мероприятий по самым разным направлениям и интересам. Вот, пусть эта традиция продолжается и приумножается. Дорогие читатели, желаю вам встреч с интересными, хорошими книгами, которые оставят в вашей душе глубокий след. Всего доброго.